Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 260, который пройдет 27 марта в Лас-Вегасе, Невада, Соединенные Штаты Америки. Конкретно в этом выпуске у нас Абубакар Нурмагомедов против Джареда Гудена. Ну, 99 номер против 96-го. В принципе, топы дерутся. Ничего страшного. Но Абубакара, конечно, немножко ведут, мне кажется. Ведут. Зачем-то. Не думаю, что он высоко заберется, но давайте рассмотрим. Ладно, Абубакар Нурмагомедов, 15-3-1 профессиональный рекорд, 31 год, 180 сантиметров рост. Последний свой бой он проиграл Давиду Заваде удушающим приемом в первом раунде в 2019 году. Получается, в 2020 не выступал. Ну и что, что прошло 2 года, да, ладно, полтора. До этого с Божином Величковичем ничья в ПФЛ. В ПФЛ он выступал, вот в UFC, это будет его второй поединок. В ПФЛ он выступал. Ну, последние три боя в ПФЛ это поражение, победа и ничья. Поражение было досрочно удушающим приемом. Ну, до этого в W Софи выступал, кстати, успешно. Успешно, у него там было 5 побед подряд. Что-то с переходом в UFC, возможно, с допингом что-то или что, я не знаю. Ну, не буду очернять, конечно, бойца. Но в UFC пока не ладится. Они ладятся. Но вот дают бойца попроще. Попроще. Джаред Гуден. Давайте разберем. Джаред Гуден по кличке Night Train. Ночной поезд. Перевожу. 17-5 профессиональный рекорд. 27 лет. 183 сантиметра рост. Кстати, тут полусредний. И полусредний. Так. Всегда выступал в полусреднем, я так понимаю. Да, это хорошо. Это его родной вес. Но! Кому проиграл Джаред Гуден в UFC? Алан Джубан. Ну, в общем, я знаю, что это за боец, я просто не помню. Алан Джубан или Алан Джубан. Ну, модель, в общем, да. Решением проиграл он ему. В 2020 году. Но в 2020 году у этого был тоже его дебютный поединок в UFC. То есть они в равных условиях. Один проиграл дебютный бой, другой проиграл дебютный бой в UFC. И теперь бой может быть за вылет уже нафиг. Ну, нет. За вылет. Нурмагомедов разве уволят из UFC когда-нибудь? Нет. Я уверен, что нет. Но вот кто такой Джаред Гуден? Что он умеет? Он умеет нокаутировать людей. Он умеет душить людей. С отрицательными рекордами, правда. 3-13. Джек Джексон был поверх. Ой. Ну что тут можно вообще разбирать? Этот Джаред Гуден, это так себе боец. Посредственный боец. У него были соперники с отрицательным рекордом. Много таких было причем. Как, по крайней мере, 2, 3, 4, 5. Это мисс-матч, ребята. Мисс-матч. А Абубакара должно быть здесь 1 и 1. Давайте посмотрим, как на самом деле. 3-26, 1-20... Нет. 1-36 против 3 с чем-то. Короче, вот так. 1-36 на Абубакара. Советую всем в прессы, в двойники ставить. На этом все. Пока.